Дорогие зрители, я от всего сердца приветствую вас на программе Церковь ковчег. Чего вы хотите больше всего на свете? Многим из нас сразу приходит ответ на этот вопрос. Сегодня пастор Кристиан Вегерт будет говорить о трех основных стремлениях человечества. Это стремление к стабильности, к общности и славе. Эти желания вполне осуществимы, но что они говорят о наших сердцах и может ли быть так, что мы ищем свое счастье и довольство не там? и как Бог отвечает на наши поиски. Сейчас я предлагаю вам подняться. Сегодня мы читаем 11 главу книги Бытия с 1 по 9 стих. «На всей земле был один язык и одно наречие». Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар, равнину, и поселились там. И сказали друг другу, «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, «Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, и сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда, по всей земле. И они перестали строить город. Посему Дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Аминь. На этом все. Можете присаживаться. Строительство Вавилонской башни началось в земле Синар. В этой местности правил Нимрод. Он был первым правителем на земле и происходил из семьи Хама. При внимательном прочтении этого отрывка у нас возникает вопрос, как такое возможно? Ведь в 10 главе мы прочли о разных народах, говорящих на разных языках, а в самом начале 11 главы сказано, что вся земля говорила на одном языке. Дело в том, что два этих рассказа не противоречат друг другу, а дополняют друг друга. Очевидно, что три брата... Сим, Хам и Афет, и их потомки изначально говорили на одном языке. Как возникли разные языки, произошло рассеяние народа, нам как раз и объясняет рассказ о строительстве Вавилонской башни. И этот рассказ также достоверен как наши сегодняшние газеты, потому что в нем мы видим человеческие качества, которые имеют место и по сей день. Здесь мы видим с самого начала обреченную на провал высокомерную попытку людей прославиться, возвеличиться, отвергнув при этом всемогущего Бога. Во-первых, самовозвеличивание ведет к разрушению. Давайте мы сейчас посмотрим, чего же хотели те самые первые люди. Они сказали так, наделаем кирпичей и обожжем их огнем. В четвертом стихе они сказали, «Построим себе город и башню высотою до небес, и далее и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Итак, у них было три желания, три стремления. И первым стремлением было желание стабильности. В третьем стихе мы читаем следующие слова. «Наделаем кирпичи и обожжем огнем». Они хотели создать нечто вечное, Нечто, что простоит долгие годы. Те из вас, кто на длинных выходных ходит в поход, вероятно, не будет строить себе на месте стоянки хижину из кирпичей, а вы поставите там палатку. Потому что дом из камней предполагает длительное пребывание в нем. Это место, где люди живут постоянно. И именно этого эти люди и хотели. Они хотели стабильности. Они хотели построить нечто, что простоит несколько поколений и несколько веков. Поэтому они обожгли кирпичи и использовали их для строительства вместо камней. Тем самым они хотели сказать, мы здесь и мы останемся здесь. Нам нужна уверенность, стабильность и постоянство. А теперь второе стремление. Им нужна была некая общность. И поэтому они построили город. А город строит, чтобы жить вместе, в обществе, наслаждаться преимуществами совместной жизни заниматься торговлей и видеть, как полезна общность в повседневной жизни. Тем самым они выступили против Божьего порядка творения. Ибо Он повелел им «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». То есть Он сказал «распределяйтесь по земле». Но эти люди ответили Ему «ну нет, мы так делать не будем, мы построим себе нечто вечное. Мы построим себе город и останемся в нем жить. Бог сказал эти слова не только Адаму и Еве. Он повторил свой наказ и для Ноя также. Он сказал ему и его семье, когда их ковчег оказался на Арарате, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Он первым делом сказал им «Плодитесь и размножайтесь». И эти люди, бывшие прямыми потомками Ноя, были в курсе этого Божьего наказа. И они сказали, нет, мы построим город и будем жить там вместе. И это еще не все. Они построили не только город, а заодно и башню. В те времена так было принято. До нас дошли тексты из тех времен, где описана подобная практика. Во многих городах тогда были башни, вокруг которых и происходила общественная жизнь города. И это были не просто башни. Это были места поклонения идолам. Это были своего рода храмы. Они хотели сделать место для своей религии. В те времена эти башни были подобны церкви, которая строилась посередине деревни или города. А вот зачем они построили эту башню? Чтобы вместе у нее поклоняться, но не Богу, а идолам. Их третьим стремлением было стремление к славе. Они хотели сделать себе имя. Они искали уважения и почестей. Они сказали, сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. У них в сердцах было одно сильное желание, чтобы люди, говоря о жителях земли Синар, вспоминали в первую очередь об их инженерном искусстве и об их искусном ремесле, то есть о том, что они смогли обжечь кирпичи так, что они стали крепкими, как камни. Они хотели, чтобы люди на всей планете, вспоминая о жителях Земли Синар, говорили о них только в позитивном ключе. Они хотели снискать славы. Они хотели сиять, как бриллианты. Они хотели, чтобы об их мудрости было известно во всем мире. Они сделали это, чтобы сделать себе имя, и для создания контраста Бог позднее сказал Аврааму ⁇ И возвеличу имя Твое ⁇ А эти люди хотели возвеличить свои имена, поэтому они организовали себе. Грандиозное место для встреч, где они могли бы собираться. А указывала на это место башня, которую они строили. Давайте же посмотрим, как на это отреагировал Бог, чтобы извлечь из произошедшего уроки для нашей собственной жизни. Итак, второй пункт, который мы сегодня рассмотрим. Я заглавил так. «Божий ответ на желание человека». Это пятый стих. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. Бог сошел с небес. Не слышите ли вы иронию в этих словах? Эти люди говорили, что их башня вознесется до небес, но для Божьего взора она была настолько маленькой, что ему пришлось спуститься на землю, чтобы на нее посмотреть. Они думали, что им удался их замысел. Людям он понравился и Богу наверняка тоже. Но Моисей, вдохновленный Святым Духом, пишет здесь «И сошел Господь». Что же это они там построили? Для него эта башня была словно башня из лего, или даже меньше. Так Бог оценил их старания. А вот как Бог смотрит на наши дела. А вот что бывает, когда мы живем без Него. Когда мы думаем, что мы самые великие, а некоторые даже смеются над Богом и поднимают на него свой голос. Во втором псалме мы читаем ⁇ Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им ⁇ Здесь мы видим истинное отношение Бога к такому отношению к Нему. Бог живет на небесах. Мы стараемся и строим что-то изо всех сил, а ему приходится спуститься, чтобы посмотреть, что мы делаем, а затем смеется над нами. И сказал Господь, а вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Нам не следует думать, что Бога испугали жителей земли Синаар и их задумка. Он не думал, о, это будет нечто грандиозное. Если они это достроят, все мои замыслы пойдут на смарку. Он не думал и так. Нужно срочно что-то сделать, иначе они спутают мне все карты. Нет, для него все их дела, их безбожные дела, были вещами, из-за которых зла в мире могло стать только большим и его стало больше. Поэтому Бог из милости и сострадания сказал, чтобы не произошло большего зла, я рассею их по земле, я их смешаю. Они искали стабильности и чего-то вечного, и сам Бог принес им стабильность. Он смешал их языки, чтобы они не смогли продолжить строительство. Строя город, они хотели добиться общности, но Бог разрушил эту общность. Они хотели сделать себе имя, возвеличивая свои имена. И что же сделал Бог? Он дал им имя, но это имя было Вавилон. Что в переводе означает? Смешение ⁇ это не супер имя, скажу я вам, он все перемешал. Но что же это означает для вас и что же это означает для меня? Какой урок мы можем извлечь для себя из всего этого? Я полагаю, что наша жизнь в этом плане мало чем отличается от жизни жителей Земли Сен-Ар. Мы тоже хотим стабильности. Мы хотим строить дома из кирпичей. Мы хотим чего-то прочного в жизни. Никто не хочет бросаться с одного на другое. Мы хотим заранее быть уверенными, что все в нашей жизни будет хорошо. Мы хотим, чтобы у нас была хорошая работа. Мы хотим, чтобы у нас был регулярный доход. Чтобы в конце месяца нам приходил расчетный листок, и мы могли распланировать свою жизнь. Мы хотим здоровья. Мы хотим мира. И крепкие отношения в семье. Короче говоря, мы хотим стабильности, и это хорошее желание. Это я вам точно говорю. Это хорошее желание. Кроме всего этого, мы, как жители Земли Синаар, ищем общности. Никто из нас не хочет жить изолированно и в одиночестве. Мы хотим обмениваться словами с другими людьми. Мы хотим, чтобы у нас был собеседник. Мы хотим, чтобы рядом... Были люди, с которыми мы могли бы поговорить, чтобы рассказать им, что у нас происходит на сердце. Это хорошее желание, скажите. Да, конечно. Это хорошее желание. А еще мы хотим, чтобы у нас было доброе имя. Никто из нас не хочет, чтобы его имя было опорочено. Не так ли? Никто из нас не хочет давать повода к тому, чтобы о нас говорили плохо. Если обо мне скажут «этот Вегерт надежен, как обожженный кирпич, он крепок, как камень», это сыграет на пользу моей славе. Вам знакомо такое чувство? Ну, конечно же. Никто из нас не хочет чтобы о нем думали как о плохом, плохом парне. Наша проблема заключается в том, что мы пытаемся достичь всего этого искусственным путем. Так же, как и жители земли Синар. Мы строим себе города, мы строим себе башни. Чтобы у нас была стабильность в жизни, мы строим себе города, чтобы у нас была какая-то общность и чтобы у нас было имя. Мы ищем поддержки в деньгах и в людях, в наших женах и в наших мужьях. Мы ищем общности посредством нашего хобби. Мы поклоняемся чему-то или кому-то, как и жители земли Синар, которые хотели собираться около башни. Мы поклоняемся различным материальным вещам и своему здоровью мы поклоняемся звездам. По сути, мы ничем не отличаемся от жителей земли Синар. И Бог это знает, но благая весть для нас заключается в том, что Бог желает, чтобы у вас и у меня были стабильность и общность, и Он даже хочет дать вам имя. Наша проблема заключается в том, что мы хотим достичь этой цели искусственным путем, без Бога. И это путь к погибели. Истинный путь пролегает не в отрыве от Бога. А ответ заключается не в строительстве искусственных городов и башен. Ответ заключается не в наших собственных устремлениях и каких бы то ни было деяний. Ведь мы что-то делаем чтобы впечатлить других людей или даже впечатлить самого Бога. Ответ заключается в вере в Сына Божьего, Иисуса Христа, который является собой полную противоположность нас самих, ибо Он совсем не такой, какими были жители Вавилона, и не такой, как мы с вами. Мы стремимся к стабильности, общности и великому имени. Он же отказался от всего этого. Он покинул стабильность небес. Он покинул неизреченную славу небес, пришел на землю и родился в хлеву. Властитель вселенной — стал беженцем. Он полностью отказался от своей безопасности. И сам он сказал о себе в Евангелии от Матфея такие слова. «Лисицы имеют норы, и птицы небесные имеют гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». С точки зрения человека тут нет никакой стабильности, ведь у него не было определенного места жительства, он не просто покинул стабильность небес, он лишился лучшего круга общения, который только может быть, он лишился возможности быть рядом со своим Отцом и Святым Духом, существующим на небесах, чтобы принять тело подобное нашему. Он остался один, и не только когда его окружили враги, там, в Гефсиманском саду. Еще перед этим он подошел к своим ученикам и попросил их, «Не могли бы вы пободрствовать со мною всего час? Я веду борьбу». И далее в Библии сказано, что в итоге он молился совсем один. Петр в тот же час отрекся от своего учителя, и Христос остался один. А величайшее одиночество он пережил на Голгофском кресте, когда Его Отец отвернулся от Него. И тогда Иисус возопил: Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Он лишился лучшего круга общения, который может быть у нас, а еще Он не искал себе имени. Мы пытаемся построить что-то до небес, а Христос спустился вниз. Мы строим, чтобы стать великими и получить признание, но Христос спустился вниз. Он искал чести и славы Отца совсем не так, как жители Вавилона, которые говорили «Мы сделаем себе имя», и совсем не так, как мы, которые говорят «Мы хотим сделать себе имя». Христос пришел на землю с рвением и преданностью, чтобы возвеличить имя Своего Отца. Надеюсь, вы это понимаете. Здесь мы видим, как Иисус отличается от нас. Он совсем другой. Но почему же Он совсем другой? Потому что путь, который мы прокладываем без него, чтобы найти стабильность и общность, а также сделать себе имя без Бога, ведет нас к разрушению. Вавилонская башня рухнула, но потом пришел Христос и сделал абсолютно противоположное тому, чего мы хотим. И, делаем. и в итоге Он оказался один. Он возвеличил имя своего Отца, Он спустился с небес. Но что это означает для нас с вами? И что это означает для меня? Если мы хотим иметь по-настоящему хорошую жизнь, если мы хотим, чтобы в наших сердцах был истинный мир, для нас есть всего один путь. Мы должны обратиться своим грешным сердцем к Богу уверовать в Иисуса Христа и признать, что Он принес для нас все то, чего мы не можем добиться своими силами. Если мы это сделаем, то Он дарует нам истинную стабильность и истинную общность с самим Богом Отцом и с нашими братьями и сестрами по нашей вере. А также Он дарует нам и кое-что еще. Он дарует нам Имя. Что же это будет за имя такое? Отныне вы будете называться Божьими детьми. Вы будете наследниками небес, величественнее, имени просто нет. Тогда давайте же приблизимся в этом статусе к Богу и скажем Ему «Спасибо Тебе, Иисус. Ты так хорошо все устроил. Я сам бы не мог этого сделать. Ты для меня все». Если наша сегодняшняя программа вам понравилась или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. На сегодня это все. До свидания!